Приветствую, дорогие друзья, на канале Гипоспис 163. Продолжаем мы с вами прохождение игры с Собом Котовар. Играем мы за клан Симадзу. Так. И, в общем, наша цель это уже добить здесь группировку клана Такеды. У них остались в основном конные лучники. А, ну еще вот Асигару 487. Так, начнем завершение хода. Кстати, Сэтмаль ходит уже прям здесь. Так, ваша гейша идет развлекать вражеского генерала. Итак, наша гейша троих укокошила. И пошла через спокойненько по своим делам. Шимоза, ваш шиноби был пойман и убит врагами. Новый казна 10415. Португальцы опять хотят. Честь 1, миссия шпионаж. Видим, конечно, кто у нас тут. Так, давайте объединим здесь все войска. В одну группировку. Стоп, а почему я вот этот ответ не делал? А, надо вот так вот точно вспомнить. Так, и после давайте самурай Ярибской. Самурай Ярибской нанимается. Так, и где я могу еще делать наймы? Здесь в Изума. А, тут мы уже нанимаем. Кстати. Я еще в Мимасаки могу. Самурай Фьяри нанять, но не буду, ладно. Потому что еще там надо качать. Так, лучников прямо в провинцию Аки перебрасываем. Здесь, в общем, ждем, когда у нас наймется гарнизонный отряд. И после этого будем двигаться дальше. Плюс у нас строится оружейное. Так, что у нас тут вообще? Далее по ситуации. Ну, тут вроде пока все стабильно. Завершаем ход. В Мимасаки большой замок построился. Снова наш сынок был пойман убит врагами. А в Хариме поймали, убили ниндзя. А почему Вох Туисуги? На Суисуги же. Союз. Как так-то, ребят, что? Не может такого быть. Так, давайте, наверное, с чем строительством занимаемся. Тут у нас... А, здесь еще порт у нас строится. Здесь, так, давай. Исключительные фермы. Так, в провинции Нагата. Замок, потом порт мы поставим мы. Так, все, из провинции Зума пробуем занять провинцию Ивами. Так, оружие у меня еще строится. Если честно говоря, не помню, что я строил.
завершаем ход. В Бузыне порт построился. Все, провинция Вами нами захвачена. Осталось вот так, это только провинция Суа. Но он даже ничего не строит, да? Так, давайте пограничный форт. И мимо Саки тоже гарнизон отряда Сигару наймем. И давайте строиться. Так, в Сацуми у нас еще строится. Так, здесь храмовый комплекс. Провинция Изума еще оружие строится. Тогда, значит, мимо Осаки строим мы. Доджи кавалерии. На этом ход завершаем. В Сацуми тот же боевых ниндзя построилась. В Нагата замок. В Изума оружейное. Конечно, лучников маловато. А, ну, в принципе, стрелков... у меня два стрелковых отряда здесь. Так, а если я вот этой армии пройду, они не смогут занять провинцию Вами, интересно. А, ну у меня там еще пограничные факты строятся. Так, давайте здесь самураев на даче. Провинция Суми у меня еще до сих пор гейша строится. Так, в Изума. Они самураев на удачу не закажем. Завершаем ход. Провинция и Вами пограничные форты построились. Бизени поймали ниндзя. Вероятно, он работал на ходзе. В общем, враги так нас уже потихоньку начинают агентов к нам засылать. Новый казна 10791. Вообще, мне, конечно, от гейши прокачивать. Ну-ка, давай дальше. Так, на этот ход строительства, да? Бузени. Легендарную ферму. Кузень еще строится. В провинции Нагата. Давайте порт. Завершаем ход. Так, мимо Саки доджи кавалерии построилась у нас. Наша гейша идет развлекать вражеского генерала. Гейша провалил задание, она не смогла найти подходящего возможность, но будет пытаться и дальше.
Так, давай из Изума в провинцию Айки перемещаемся. Стоп, а тут... Сочетание с оружием, можно готовить тяжелую кавалерию. Ну а где? Почему нет? Так, давайте знаменитый тут же кавалерии. Так, здесь нанимаем конных лучников. И завершаем ход. Наш ниндзя опять провалил задание, но будет пытаться вновь. Так, в Изуму я заказал уже постройку. Мимасаки. Знаменитый доджи лучников. Сацуми, знаменитый кузнец по мечам. Тут мне еще одна гейша готовую в Асуми. Это тоже максимально в провинцию Иссе. Так, монахов-воинов. Нанимаем. И завершаем ход. Храмовый комплекс. Храмовый комплекс мы закончили постройку. В этот раз успех. Жизнь моя похожа на дерево, с которого опали цветы, и никогда больше на нем не вырастут плоды. Так, так, эдак у нас уничтожился. И таким образом провинция Су стала повстанческой. В принципе, давайте... Наверное, целую армию подождем, когда у нас армия полностью уже. Вообще, конечно, мог я уже давно захватить эту провинцию. По идее. Так, давай кавалерию Яри. Надеюсь, закажу-ка я боевых ниндзя. Хотя, честно говоря, не знаю, чем... Ну, по крайней мере, я не знаю, как они... Чем преобладают. Завершаем ход. Казна 6687. Опять португальцы. А, вот, наконец-то все, я тяжелую конницу теперь могу наконец-то нанимать.
и на Генату, и тяжелую конницу. В общем, у нас тут целый набор кавалерий в провинции Изума. Так, в провинции Асуми. Боевой дух дает кузнецу. Давайте кузнецу по мечам. А, надо вот еще плац доджи построить для манных воинств. Тут, наверное, мне кажется, по-любому тоже работает. Так, Бузени строится. В Кикузени строим порт. И ход завершаем. У Пузени легендарная ферма в Нагата порт. Кстати, слушайте. Я же забыл гейши пройти, блин. Не вот этой, а вот этой вот. Ой. Ну, давай сюда, потом тебя в провинцию Мину, наверное. Перебросим. Так, ну и все, последние два отряда. Здесь заказываем гейшу. В провинции Изума тяжелую конницу я закажу, пожалуй. Завершаем ход. Сацуми кузница по мечам. В хареме снова убит вражеский ниндзя. Так, что я хотел? А, стройки. Так, в Нагат у нас порт есть. Теперь давайте здесь развиваем улучшенную ферму. В Изуму строим. Так, знаменитые оружейные. Так, так, ага, ага. Вместе с оружием Нагината, да? Давайте знаменитую оружейную закажем. И завершаем ход. Я вроде бы опять гейши забыл сходить, да? Так, давай ты в мина. Ты два опять качайся. Все, вторгаемся в провинцию Сува и завершаем тут уже весь этот вопрос. Завершаем ход. Не заказал я еще один отряд, ну ладно. А, сижу туплю. Так, снова наша гейша идет совершать убийство.
вернулись. И мы идем биться с повстанцами. Итак, начинаем сражение. Я вижу, где у нас повстанцы находятся. Они находятся, они вот в том лесочке, вот, в самом дальнем. Но по прямой от нас. Где нам лучше подойти-то, здесь, что ли? Так. Конус стрелков у меня два отряда. Ударной кавалерии целых три отряда. Плюс отряды пехоты. Эй, ты, говорит. Давайте вы ускоряйтесь. Так, мне нужно здесь вообще быстро преодолеть. Ой-ой-ой, стоп, по сигару. Кавалерия, атакуем конных лучников. Атакуем. Да быстрее, что ли, атакуем. Кавалерия еле так спокойно дошла до моих лучников, пока моя кавалерия тупила.
Все, вперед, кавалерия, давайте на конных лучников. В атаку. Ну, конечно, они сейчас будут бегать по всей карте. Плюс еще будут умудряться мне потери наносить. Так, вот мы один отряд вроде бы нагнали. Так, давайте командирский отряд атакуем. Да, я знаю, мы сейчас будем получать стрелами. Отлично, это не может не радовать. Тем не менее, они упорно бьются. Наконец-то убегают. Ах ты, ёлки, я думаю, что такое? Это здесь копейщики еще, блин. Мою кавалерию накинуть. Я думаю, откуда у меня такие потери? Почему меня боятся моя? Почему моя кавалерия боится нафиг? Очень опасное столкновение с копейщиками. Ну, кстати, они не бегут, несмотря на то, что я у них уже убил генерала, они не бегут. Вот, наконец-то убегают. Ну, прям вообще до последнего, конечно, держатся. Вражеские отряды. Так, кто у них тут еще? Пехота пошла вперед. Вроде повстанцев такая небольшая группировка оставалась, елки-палки. Но между тем сопротивляются, прошу прощения, как последний раз. Так, победа.
184 человека я потерял в этой битве, противник потерял 319. Да, в этой битве, конечно, мы дофига потеряли. Новая казна 7635. Еще в замок тут смотался, да? Так, ну тут что делаем? Давайте объединим. Да ты что ж какой трудный-то, а? Не понял, почему меня не все перекидываются. Так, подбрасываем сюда кавалерию тяжелую. Какие у нас тут еще отряды потрепанные сильно? Ну, в принципе, больше некого объединять. Так, кстати, ну на этом серию мы будем заканчивать. В общем, сегодня мы овладели провинцией Вам и Вами, Суо овладели, но еще не до конца. Еще тут у нас замок сопротивляется. Потом, если что, штурмануть можем замок. Но в целом, конечно, провинции наши. Так, сколько у меня провинций? Так, 12, 18 и 4. 22 провинции под контролем. В общем, эту провинцию мы сейчас добиваем. Суо, и потом все, уже пойдем вот этот вот остров захватывать. И плюс Авадзи. Потом уже будем армию перекидывать. Наверное, сюда и смотреть, куда мы будем двигаться. Качаем нашу гейшу, этой честь 2, этой пока 0. Ходик через 2, что ли, через сколько у нас будет еще одна гейша готовая. Так, и давайте мы посмотрим на тронную залу. Итак, ну я смотрю, Ходзи там пока по-прежнему самая доминирующая фракция. Да, Такэда они уничтожили, там еще Уисуги, и скорее всего нам придется столкнуться с Ходзи рано или поздно. Вопрос в том, кто будет больше к этому готов. Нифига себе, тут процент христиан уже 92%. Прибыль от ферм 650 коку. Нифига себе, какая богатая провинция. Тут у нас что?
Здесь тоже отвергли 260 кока. Коку. 10% христиан, всего 1%. Какая у них конюшня, блин, церковь. Так, у меня 22, ну ладно, хоть я не буду читать, сколько там. Хотя стакады, конечно, не покончу, но, возможно, еще восстание произойдет. Итак, что у нас по наймам? Тут я заказал на Геннату, кавалерию еще отряд. Надо будет уже суд до конца взять. В общем, всем большое спасибо за просмотр, всем, кому... Видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!